Наверняка у многих из вас при словосочетании «геймерский ноутбук» возникает в голове картинка вроде вот этой. Но ребята из Dell готовы с тобой поспорить, и у них есть серьезный аргумент. Это ноутбук Dell M1 Stix. Цифра 11 в названии модели – это диагональ дисплея, здесь 11,6 дюйма. Ну и что маленький, у M1 Stix почти все те же фишки, что и у его старших геймерских братьев. Это космический дизайн корпуса, фирменные динамики и мощная начинка. Понимаю, что в последний верится с трудом, но тем не менее, процессор Core i7 второго поколения, 4 гигабайта оперативки и видеокарта GT540M на этом ноутбуке пойдет не только сапер. Респект дизайнерам. Корпус у ноутбука металлический, матовый и есть такой приятный на ощупь. Вес всего 2 кг. Экран, правда, глянцевый и бликует на солнце, но и тот с фишечкой покрыт одной сплошной панелью. Подсветки, вернее, цветомузыке посвятим отдельный абзац. У обычного ноутбука подсвечены максимум клавиши. Здесь подсвечено почти все. Ты не поверишь, но даже кулер. Цвет можно регулировать. Текст, например, печатаем со спокойной белой подсветкой, а во время игры переключаемся на агрессивный красный. Компания Dell знает, как потешить самолюбие геймера. На каждом ноутбуке именная табличка с лазерной гравировкой. Свой M1 Stix ты не спутаешь ни с каким другим. Перед нами первое и пока единственное мобильное решение для геймеров, поэтому если у тебя есть нужда играть в Crysis или Call of Duty 4 в метро или на лекциях в университете, вариант у тебя один – Dell M11X.